Адам Слуковский в бизнесе уже более 20 лет. Предприятие «Строй Адам», специализирующееся на услугах строительной индустрии, наработало свой авторитет на потребительском рынке Брещины. Постоянный клиент отдела консультаций, сам бизнесмен говорит: «Прихожу не для галочки, а для того, чтобы быть в курсе. В этот раз пришел специально для того, чтобы узнать все об упрощенке». Я хотел бы перейти, значит, на упрощенную систему налогообложения, так как там меньше, скажем так, я думаю, что меньше бумажной волокиты, и будет проще работать с налоговой, проще подавать декларации. Именно этот фактор сподвигнул вас обратиться в отдел консультации? Да, этот фактор сподвигнул меня обратиться в отдел консультации, и просто хотелось бы меньше заниматься бумажной работой, а больше, скажем так, отдаваться работе. С подобными вопросами в отдел консультации обращаются многие предприниматели, ведь в самом названии оговорена суть этой системы – упрощение, поэтому она становится все более востребованной. В инспекции по Московскому району города Бреста более 4000 плательщиков, применяющие упрощенную систему налогообложения. Ими за 9 месяцев текущего года уплачено в бюджет свыше 55 миллиардов рублей. Но есть один нюанс. Так как уведомление на упрощенную систему подается с 1 октября по 31 декабря 2013 года, и уже за данный период, за октябрь месяц, таких уведомлений в нашей инспекции подано свыше 100. Но время покажет, и надеемся, что эта цифра увеличится до конца года. Итак, возможность перейти на упрощенную систему налогообложения есть практически у каждого, будь вы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. Стоит лишь помнить, что уведомление о переходе в налоговый орган следует подать, начиная с 1 октября и заканчивая 31 декабря текущего года. Сегодня уже никто не оспорит тот факт, что упрощенная система налогообложения – это удобно, быстро, понятно даже начинающим бизнесменам. Поэтому в последние годы все большее количество индивидуальных предпринимателей отдает предпочтение именно ей, называя своеобразно нежно упрощенкой. Многие, кто работает с услугами, не с торговлей, а с услугами, многие перешли на упрощенную систему налогообложения, так как это намного проще и лучше по услугам, потому что, значит, здесь затратная часть совсем другая. С налоговой службой стало, значит, работать более проще, чем с другими службами. В других службах все равно бюрократия есть, а с налоговой проще стало, меньше стало службы, значит, и меньше бумажной волокиты. Как-то все проще проходит. Сотрудники МНС Республики Беларусь по Московскому району города Бреста напоминают и советуют следить за изменениями и новшествами, происходящими в налоговом законодательстве. А с неясными вопросами следует обращаться в отдел консультаций. Тогда вы будете в курсе всех событий, подкованы и грамотны.